Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Уютный дом. Сегодня мы будем ухаживать за своим лицом и делать очередную маску в домашних условиях. Сегодня предлагаю вам сделать очень хорошую маску от пигментации кожи. Также эта маска поможет вам отбелить кожу, уменьшить морщины, уменьшить дряблость кожи, а главное отбелить кожу и сделать ее молодой и ухоженной. Эта маска состоит всего лишь из 4 продуктов. Это все у вас есть в доме, и ее можно приготовить прямо сейчас. Эту маску лучше делать вечером, потому что здесь есть витамин С. Нам понадобится тара, в которой мы будем делать маску. Отправляем 1 столовую ложку йогурта. Можно заменить кефиром, и также можно заменить простоквашей. Йогурт очень хорошо отбеливает кожу и также увлажняет кожу. Нужно будет взять свежий лимон и сюда добавляем 1 чайную ложку лимона. Добавляем и хорошо размешиваем. Так, следующим компонентом в эту маску будем добавлять картофельный крахмал. В эту маску кладется именно картофельный крахмал. 1 столовую ложку картофельного крахмала. И соединяем. Теперь хорошо перемешиваем. И последним компонентом в эту маску добавляем натуральный мед. Еще раз хорошо перемешиваем. Маска имеет кремообразную структуру, очень нежная. И эту маску мы наносим на лицо. Маску не нужно хранить в холодильнике, поэтому делаем всего лишь на 1 раз. Наносим такую маску на все лицо, на шею и на зону декольте. Также можно нанести на руки. Держим 30 минут. Затем смываем теплой водой. Такую процедуру лучше делать 2-3 раза в неделю в течение месяца. После первого же использования вы увидите, как ваша кожа становится белой, эластичной и уменьшается пигментация. Надеюсь, вам такой рецепт понравился. Оставляйте свои комментарии, делитесь видео со своими подругами, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем желаю быть всегда красивыми, здоровыми и молодыми.